расположены три точки. Когда измерим все расстояния между ними, выяснилось, что одно из трех полученных чисел в 1,5 раза больше другого. Зная, что одно из измеренных расстояний 6 сантиметров, укажите все возможные варианты для двух других расстояний. Когда берешь три точки, то вообще-то возникают три отрезка. То есть как, ну, от левой до центра, ну, да, то, что между ними. От средней до правой. И третий отрезок – это от самой левой до самой правой. Понятно? Три отрезка всего. Один отрезок – это сумма двух других. Так вот, эти три числа можно просто взять и выписать через запятую. Выяснилось, что одно из этих чисел – это 6 сантиметров. Такое возможно? Да. Возможно, отлично. И выяснилось, что одно из этих чисел, мы не знаем какое, в 1,5 раза больше какого-то другого. Ну вот, требуется разобраться, что же это могли быть за числа. Ну, как получилось? Вещество. Нет, слушайте, вот, скажите, пожалуйста, когда вы берете там любой вес и взвешиваете его на весах, вы обязательно получаете целый ответ? Ну, как получится, если в магазине берете специально развешенное что-нибудь, то получится целый ответ, скорее всего, да, там 600 граммов, да, или там, не знаю, там 900 граммов, или там, не знаю, 2 килограмма, да. Но если специально никто не взвешивал, ну, вы получаете, скорее всего, какой-то, ну, случайный ответ. Ну, здесь то же самое. Никто специально вам не говорит, что весь он очень сказан. Может быть, целый, может быть, и не целый. Между прочим, это педагогически ужасно вредная штука, когда некоторые, так сказать, для простоты приучаются к тому, что вот там все числа целые, или все углы бывают только 90, 45 градусов, и никаких других углов не бывает. Ребята, неправда это. Углы бывают разные. Массы бывают разные. То есть, конечно, удобно брать целые числа, чтобы легче считать. Но никто не обещает, что всю жизнь так будет. А можно написать, например, 2 отрезка? Задача про это не сказана. То есть, если у вас получается, что, пожалуйста. То есть, 6, 6, а третье расстояние какое? А разве 12 в 1,5 раза больше, чем 6? Да. Что-что? Если в 1,5 раза больше, чем 6, то это, конечно, 9. Но почему именно в 1,5 раза больше, чем 6? У вас не сказано, какое из чисел. Там есть разные варианты. Там место по картине. Да, у вас. Что такое на нуле? Прямая бесконечная. А, имеется в виду, могут ли какие-то две точки совпасть? Потому что если две точки совпали, то расстояние между ними 0. А другие два расстояния тогда будут равны 6. А нельзя сказать, что 6 в 1,5 раза больше, чем 6.